Бум, а что меня убило? Да сфигали доской по башке! А это нечестно! Окей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Крошка, Окрошка, Китти, Рилли, вас обескромник, Майнкрафт, Макфакин какой-то, редиска, пацаны, поздоровайтесь. Всем приветики, омлечки. Всем понравилась рубрика, когда пацаны выживают на деревянном доме, и кто-то внизу ломает, и пацаны, кто падает, тот проигрывает. Если пять кушать, приятного аппетита, а у нас выживание на деревянных постройках. Досмотрите до конца, потому что в конце будет просто мега большой замок. Погнали. Ух ты, а что оно так пружинит? Слышь, а давай, что за пружина? Давай ломай новый дом. Да конечно, Серега, я это сделаю. Мы олигархи. Давайте попробуем уголок ударить, вот так вот. Ух ты, неплохо, да? Нормально. Хорошо. Так, и на все бабки. Мне не нравится. Это будет эпично. Есть, нифига себе. Я жив. А что, кто-то остался на этой штуковине? Да. Офигеть. Давай, давай, еще разочек. Серега, ты еще там? Я держусь за шкаф. Пацаны, Серега, сейчас будет решающий удар. Нет, ты не выживешь. Знаешь почему? Я выхватил... есть точка на этой постройке, которая очень слаба. Смотрите, надо просто бить по этому центральному кубику. Во! Мы выжили. Атали... А, нет! Вы живые еще? Да. Вот это был зорский удар. Кромушка. Я тут с Китти остался. Я тут еще. Ой, красиво! Живой? Да, я живой. Да ну как, смотрите, разрушил эту постройку сильно прям. Отлично, 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 она кренится. Офигеть! Ну! Мы еще на ней стоим. Да ладно, на тебе за это. Мы еще стоим. Да блин, вонючая синяя вот эта будка, блин, на колесах. Ой, на этих штуковинах. Да ладно. Промазал. Yeah. Ну что, Серега, решающий выстрел. Ты готов? Прямо в них, давай. Мы выстояли с Китти. Ну что, Серега, готов теперь ты ломать, а я буду выживать на будке. Давайте повыше. Такую же, Серега, ставь, только высокую. Ребята, Серега ломает здание, и ему разрешено использовать любой метод, который есть в Гаррис Моде. Серега, ты уже там что-то делаешь? Да, уже вот вы. А что ты там делаешь? Слышу, как будто пилишь чем-то. Димас, а если... Ой-ой-ой, пацаны, стойте. Да, говори. Димас, если ему можно использовать любой метод, он может просто постройку ударить. Дима? Да. Как ты там? Да нормально все. Я вижу, как ты там с мечом бегаешь. А я не вижу его. Я вижу, вижу. Так, отломал еще досточку. Дим, ну так нечестно. А что я сделал? На я не делаю на Alt-E ничего. Давайте ему... Ну ладно, ладно, все, не буду. Да вы ски... Тихо, тихо. А я на кубике стою, пацаны. Вы падаете. Нет, кто? Нет, все нормально. Нет, мы, Серега, не падаем. Мы еще нормально вроде бы все держимся. Ты ведь упал. Хочешь, справлю, Дим? Ну давай. Не надо. Я стою. Отлично. Бум. Кто-то еще на постройке стоит, да? Я стою. Кто не стоит, я того убиваю. Чика с мечом бешеная у нас сегодня. Отстань, я на деревьях. Ой-ой-ой-ой. Да все. Напишите в комментариях, получится ли мне протаранить эту постройку или нет. Так, осторожно. Так, прицеливай. Возьми. Да, я хочу прицелиться, чтоб мне не понесло. Ребят, зря вы вместе все держитесь, лучше подальше друг от друга, стойте. Полетели. Бум, а что меня убило? Да сфигали доской по башке! А это нечестно! Я слышал, что-то ты там сломал, Дима. Мне доской по башке реально дало. Офигеть, ну вы шатаетесь.
А вы же шатаетесь, я же вижу. Я вижу, вижу. Вижу. Давай еще раз у нас шатайте, это тебя деревяшка так полбу. Так. А что у нас есть? Вот такое у нас есть. Или я даже есть, например... Димас, это ветер, не думай, это не ты. Опа. Димас шатается. Ой, он лук взял, ребят, он с луком. Какое-то лук. Говно. Ай, я упал. Кто упал? Все, кто упал? Отлично, первый слился. Нифига. Хорошо, давайте, чтоб много не болтали, сразу запустим черный очко. Ты пустил? А я, Серега, не сильно буду дамажить это здание. Оно не умирает. Смотри. Оно не сильно. А ничего не произошло? Произошло, там что-то сожрало. Ну, незначительно. О, отлично, попадание. Ничего, ничего вообще? Офигеть, тут слышь, кусок здания съело. А как так-то? Че оно не падает? Оно шатается, Дима. Хорошо, целимся прям в самую такую уязвимую точку. Ай. Во-во-во-во, это оно, это оно. Что? Мы сейчас стоим. Жить, стоите, да? Да. Отлично, надо поколбасить пацанов. А знаешь что, уничтожь мосты, которые между нас соединяют? Не, не надо, не надо. Я сейчас все сделаю. Слушайте, бедные 3 досточки. Серега, ты готов? Да. Проиграть достойно. Нет. Ух ты! Опять дерево, Дима, да? Не, я живой. Машина загорелась. А что она поломала? А что за... Что за бред? Ладно. Так мы это, кислотой облили древесину, вот и... И все, что касается, да, взрывается. А это обманный маневр, она и стали делать. Ой-ой-ой, смотрите, смотрите. Серега, ты сейчас упадешь. Я стою. Я вижу, Серега, ты стой. А, упал. Упал. А я мне... Сквидвард остался живой? А, не, вот там еще робот. Двое там. На, четко в голову. Ух ты. Последнее выживание. Серега у нас будет разрушать здоровенный замок. Кстати, Серега, мне кажется, тебе понадобится очень много силы, чтобы это сделать. Тут прям очень много пропов. А, ты танк? О, давайте проверим, сможет пробить прям доски или нет? Пробьет спокойно. Пробьет? Ну, давайте посмотрим. Ну, это дерево, оно загорится. Так, пацаны, я даже не знаю, как он, наверное, тут лучше держаться. Чтоб не разрушилось. Я смотрю, в какую сторону. Что-то меня тянет. Готовы, Дима? Да, давай, Сережа. 3, 2, 1. Полетел. Куда? Нет, не смог, представляете? Я пробил внутреннюю, это снаружнюю стенку, Дима. Она двойная идет? Одинаковая. Офигеть, ну что, он заехал, бу. Вообще на изично, да, пацаны? Вообще пофигу. Вообще не почувствовал. Как-то просто все. Есть, у вас фундамент какой, Дима. Ну нормальный, пацаны. У вас там это, ну, несколько досок. Упал один челик. Не до конца. Он еще держится, он держится. Он еще держит, молодец. Одной досочки. Давай, ой, держись. Офигеть, танк мочит. Нормально, вот тут стоять безопасно. Серега дрифтует у нас сегодня. Что, пацаны, вы тащите? Да, спокойно. Это сейчас, подождите. Опа. Что за баг? Не знаю. Ты сквозь стену проехал. Да я видел. Дима, тут вот безопасно стоять, где я. Сейчас исправлю. А, у Сереги ж пулемет есть. А что он сделал? Не, хорошо. Привет, Сереж. Нифига себе он там ломает. А этому замку вообще нифига, да, пацаны? Серега, ты долго будешь ломать его, мне кажется. Да вот, я уже... Ну ты сможешь. Там есть кусочек, прыгать или нет? Робот стоит. Я пока стрелять не буду, я специально нагнетаю. Давай, нагнетай. Нормально. Вообще, да, даже ничего не шатается, ничего, четко стоит. А он еще живой там, Кити? Потому что, Дима, физика тут работает на ура. Ну да, в принципе, прочности хватает. Кити. Молодец, Серега, читерство. Не, ну это как? И мне кажется, если прострелить, то снаряд четко, да, разломает. О! Молодец. Горит! А тут же будет физика горения сейчас или нет? Нет. Не будет? Мода у нас нет. Если мод скачать? Да. Оно горит. Ну горит реально, черный дым идет. Все, тухнет.
Ой, оно не прибываемое. Ага, прибываемое. Серега, давай ломай. Ломай. Не надо меня фоткать. Так, ну не шатается, да как так-то? Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, и после моей ролики еще. Мега взрыв для подписчиков. Не надо. Ой-ой-ой, как разлетелось.